вырежет. Алло, Рустичек, ты нашел? Кто с детьми, берите, заходите в красный автобус. Пошли. Дома все свое, и лекарства есть для ребенка, а ехать никуда тоже тяжело с маленьким ребенком. Поэтому, когда уже еще сильнее начали стрелять и уже нашли все-таки жилье, решили выехать, потому что опасно уже для ребенка стало. Не хочется никому свой родной дом бросать, никому не хочется уезжать, здесь все родное. Конечно, я против этого всего, я против. Я не знаю, если бы не дали оружие, я бы, наверное, тоже пошла бы в это дело. Поэтому хочется защитить свой город и остаться так, как было. Не хочется ходить под кем-то, рассказывать там, вот ООН заберет Америка на все. Я нигде не против, лишь бы было мирно, чтобы мои дети, мои внуки, чтобы они жили спокойно. И не плакали, не падали ночью на пол или в коридор. Хочется мира. Все, давайте. Гвоздями.